В конце марта текущего года в Ненецком округе был объявлен конкурс на лучшее музыкальное произведение, которое бы символизировало одну из визитных карточек региона – соревнование по снегоходному кроссу «Бурандей», своего рода гимн спортивного праздника. Победителем конкурса стал Александр Чемисов. Его песня, посвященная Ненецкому округу, набрала наибольшее количество баллов. Ненецкий округ славится не только своим национальным колоритом, но и спортивными брендами, такими как снегоходные гонки на Кубок Героя Советского Союза Героя России Артура Челенгарова. Бурандей – одно из самых зрелищных традиционных окружных мероприятий. В 2021 году соревнования прошли в 25-й юбилейный раз. Несмотря на здоровье, поприветствовать гонщиков прилетел в Нарьян-Мар основатель снегоходных гонок Артур Челенгаров. В это же время родилась идея о создании гимна Бурандея. Гимн-победитель, посвященный этому спортивному празднику, был отобран методом простого открытого голосования членами конкурсной комиссии. Идея создания еще пока не гимна, а просто песни, которая будет связана с нашим округом, каким-то образом, либо с событиями, которые происходят в округе, пришла довольно давно, год назад. Начались первые попытки, но потом из-за большой занятости все было приостановлено, вот, и процесс как бы остановился. Когда я узнал о конкурсе, все это возобновилось, в общем, и получился гимн. И трудности были связаны именно с текстом. Очень долго искал вдохновение, думал, каким именно должен быть текст песни, текст гимна. Вот. А с музыкой проблем не было. Я сразу знал, какая она должна быть, что она должна быть драйвовая, зажигательная, в около тяжелой манере. Ну, то есть созвучно с ревом двигателей и с запредельным драйвом участников соревнований. Всего на конкурс было заявлено 9 участников. Александр верил в свою победу. Все равно было волнение. Я верил в свою победу, надеялся, что возьму первое место. Редко бывает, когда свое творчество тебе нравится, да, но вот эта песня мне прям понравилась, зашла. И радость, эйфория. Я бы хотел еще поблагодарить всех тех, кто помогал мне при создании этого гимна. Это Антон Баранников, Евгений Карпунин. Все ребята, спасибо огромное. Пока песня не записана, поэтому мы не можем продемонстрировать вам какой-либо фрагмент из нее. Но обязательно сделаем это после презентации гимна. Потом, когда он выйдет, возможно, это не будет, по мнению многих, гимн в его традиционном понимании. Но, тем не менее, это гимн, действительно, гимн таким, каким он должен быть. Потому что слово «гимн», как казалось, оно очень многогранно. И это не обязательно, когда нужно вставать, прикладывать руку к сердцу и слушать торжественную мелодию. Напомню, открытый конкурс на создание музыкального символа спортивных соревнований «Бурандей» был объявлен в конце марта. Катрина Тайбарей, Леонид Шишелов, телеканал «Север».